Вот сейчас давайте мы с вами что сделаем? Вставать не надо, сидя будем работать. Одну руку вот так вытяните перед собой. Я повернусь боком. Вот так. Нагрузка, ну, я не думаю, что кому-то тяжело сейчас будет. Просто подняли, вот. Теперь локоть у меня немножко подогнут. Я беру и начинаю пальцы натягивать на себя. Вот мы натянули. Вот у нас натягиваются мышцы. При этом самое главное, вот сейчас у вас у всех вылезет ваша дурная привычка, это задерживать дыхание на вдохе. Ребята, если вы старше 30 лет, это роскошь не для вас. Вы не должны никогда задерживать дыхание, особенно при физических упражнениях.